Еще 6 лет плюсом. Именной капитал семья продлили до 31 декабря 2026 года. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области единогласно проголосовали за изменение сроков действия выплаты. Порядка 40 тысяч семей за данный период с 20 по 26 год воспользуются данной капиталом, льготой, но нельзя это назвать выплатой. Это в первую очередь на рождение второго ребенка 50 тысяч рублей и на рождение третьего и последующих 100 тысяч рублей. Я думаю, что поддержка такая для молодых семей, многодетных семей, она будет полезна. Дополнительную финансовую поддержку семьи Ульяновской области начали получать с 2008 года. Именной капитал разработали по поручению губернатора Сергея Морозова. 31 декабря 2020 года действие законом закончилось бы. Как я уже сказал, более 11 тысяч семей молодых воспользовались этим капиталом, который направили на оздоровление, обучение детей. Капитал также можно вложить в улучшение жилищных условий. Так поступила многодетная семья Журавлевых. Лилия и Михаил – родители 5 детей. Первый именной капитал в 100 тысяч рублей супруги получили после рождения 3-го ребенка, а затем еще по 100 тысяч после появления на свет 2 младших дочерей. Мы данный сертификат семья вложили в недвижимость. То есть мы взяли ипотеку, мы получилось, что внесли как бы вот первоначальные, вот эти, которые капитал, материнский капитал, да, и потом уже гасили, загашали уже вот этими сертификатами. Поэтому мы их полностью реализовали. 10 июня Лилия и Михаил отметят 20 лет брака. Муж и жена признаются, с самого первого дня совместной жизни мечтали о большой и дружной семье. Много детей, да, много декретов было, знаете, в этом были плюсы. Дети были со мной, то есть дети под присмотром, мы с детьми занимаемся. Муж тоже где-то на сутках, там сутки отработал, несколько суток там дома. Поэтому у нас было очень много времени проводить с семьей. И вот когда вот какая-то... Общие занятия, увлечения. В связи с пандемией семьи с детьми могут рассчитывать еще на ряд дополнительных преференций уже из федерального центра. В их числе выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 6 лет включительно. Деньги начали поступать на счета родителей с 1 июня. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.